Что благодаря развитию промышленных предприятий в Краснодарском крае бюджет Кубани увеличился за счет налоговых поступлений на 10 миллиардов рублей. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Промышленный комплекс Краснодарского края сегодня – это более 7 тысяч предприятий, где работает порядка 80 тысяч человек. Объемы промышленного производства в регионе растут, создаются новые рабочие места и, соответственно, увеличиваются налоговые поступления. Каждый год примерно плюс 1 миллиард к уровню предыдущего. В числе передовиков на Кубани предприятия металлургической промышленности, машиностроения, компании, которые занимаются производством химических продуктов и минеральных удобрений. Крупные промышленные предприятия сегодня работают в разных городах региона. Это Новороссийск, Краснодар, Армавир, Тихорецк. В Абинском районе, например, работает электрометаллургический завод. В этом году там открыли метизный цех. Там будут выпускать 65 тысяч тонн проволоки в год. Абинский завод готов полностью закрыть потребности кубанского рынка в этом виде продукции и даже поделиться с Европой. Справа мы видим размоточное устройство, слева печь стоит. Агрегаты предназначены для производства оцинкованной проволоки. Начальник метизного цеха Андрей Зиновенко с гордостью показывает свои новые владения. Без малого 12 тысяч квадратных метров. На этом участке установлено самое современное оборудование. Станки позволяют ускоренно выпускать несколько видов проволоки, в том числе одни из самых ходовых – оцинкованную, рифленую и сварочную. Скорость волочения проволоки на станах не достигнет 35 метров в секунду. Это максимальная скорость, которая, в принципе, есть. Средняя скорость на аналогичных заводах достигает 20-15 метров в секунду. В сутки здесь смогут выпускать 180 тонн продукции. Для сравнения, это 9 полностью загруженных фур. Полученную проволоку можно применять практически во всех сферах жизни. От производства тележек для продуктов в супермаркетах до строительной отрасли. Мощности, уверяют абинские металлурги, хватит, чтобы полностью закрыть потребности кубанского рынка. Еще и останется для поставок на Запад. Для этого специально оборудовали экспортную линию, на которой проволока получается мягче, чем для отечественного рынка. Первый камень в основании новой очереди завода заложили всего 2,5 года назад. И уже сегодня здесь готовы к производству. Инвестиции в создание метизного цеха превысили 1 миллиард рублей. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребностей в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Можно говорить, а можно делать. И сегодня перед нами реальный результат дел. Людей, которые не говорят, а делают. Да, на непростую, где-то может быть экономическую ситуацию. Да, это риск вкладывать собственные инвестиции и надеяться на то, что они не то что прибыль будет, а вернутся или окупятся. 2 года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство, равного которому еще нет в России. Это флагман промышленности нашего края. И каждый из нас здесь – это часть этой большой экономики, развивающейся экономики нашего края. Вы – маленькая часть большой экономики. Абинский завод по-своему белая ворона черной металлургии. Обычно подобные производства в России находятся на Урале и в Сибири. То, что такое предприятие 9 лет назад заработало на Кубани, многие воспринимали как шутку. Однако за это время завод вышел на 3-е место в мире по производительности. Уникальность Абинского металлургического завода еще и в том, что в качестве сырья здесь используют не железную руду, как принято, а обычный металлолом, который свозят сюда со всего региона, очищают и пускают в производство. Это в прямом смысле пламенное сердце завода. Здесь привезенный металлолом превращают в специальные заготовки, из которых потом и делают конечный продукт. Температура жидкой стали достигает 1600 градусов по Цельсию. И даже зимой в минус 15 на улице в этом цехе плюсовая температура. Сталеплавильный цех без остановки работает круглые сутки. 140 тысяч тонн стали в месяц и свыше 1,5 миллионов тонн в год. Это одни
одни из лучших показателей в стране. Собственно, из полученных здесь заготовок и выпускают арматуру, проволоку и другие изделия. Откуда, соответственно, уже получается наша заготовка выходит в готовом состоянии через 15 метров. Да? То есть, парадокс, скажем, нашей машины, это в том, что ковш с жидким металлом, а через 15 метров у тебя сформировавшаяся заготовка необходимого размера сечения, который нам нужен. Старший мастер Сергей Половинко не местный, приехал из Украины. На Абинском металлургическом заводе, в принципе, можно изучать географию. Здесь работает больше 3500 человек из разных районов, регионов и стран. Кстати, после открытия нового метизного цеха дополнительно появилось 600 рабочих мест. Лет 15 назад сложно было представить на территории Абинского района наличие металлургического комбината. А сегодня очень сложно представить жизнь и экономику Абинского района без электрометаллургического завода. Потому что он является бюджетообразующим предприятием района. Он обеспечивает большую часть, значительную часть населения района рабочими местами. Ну, кстати, не только Абинского, а и близлежащих и Крымского, и Славянского района. Из Абинска арматура, проволока и другие изделия прямиком отправляются в Америку, Африку и Азию. Работу кубанского металлургического завода уже успели оценить на Западе. Правда, как всегда, своеобразным способом. Будто боятся, что наше качество окажется лучше. И даже то, что вас отметили в Америке и ввели против вас одного из видов продукции самую высокую заградительную пошлину, говорит о том, что действительно вы выпускаете высококонкурентную качественную продукцию и занимаете рынки практически во всех странах, на всех мировых и глобальных рынках. Вот новые корпуса, новые цеха сдаются с самым высокотехнологичным оборудованием. И вы поймите, что наш коллектив мощный, работоспособный. Вы понимаете, что за нами будущее сегодня. Будущее Кубани и будущее страны. В этом году мы уже выйдем однозначно на первое место в стране по производству метизов. Вы согласны с этим или нет? Скажите мне. Молодцы. Металлургия – люди серьезные, словами на ветер не бросаются. И как в подтверждение своих намерений, на заводе собираются построить еще один метизный цех. Машиностроение – это еще одна отрасль промышленности в Краснодарском крае, которая сегодня активно развивается. Этот сегмент экономики занимает около 20% всего промышленного рынка края. Помочь вывести эту отрасль на Кубани на новый уровень готовы и иностранные партнеры, в том числе Союз машиностроителей Германии. Германия – один из главных и надежных партнеров региона. В прошлом году товарооборот составил более 300 миллионов долларов США. Укрепить деловые отношения помогут новые точки для сотрудничества, уверен губернатор. Краснодарский край – это агропромышленный регион, это курортный регион. Очень несущественная доля в экономике, конечно, вот сельского хозяйства. Ну и, конечно, сегодня мы видим стратегический резерв – это в промышленности. В частности, машиностроение, которое должно вернуть свои позиции в экономике нашего региона. Мы также рассматриваем и иные варианты модернизации либо восстановления былых промышленных предприятий в нашем регионе, в том числе в таких крупных наших промышленных городах, как Армавир, Тихорецк. Я надеюсь, что концентрировав усилия именно на развитии отрасли экономики как промышленность, мы достигнем определенных результатов и, естественно, существенной прибавки в наш бюджет региона. Со своей стороны мы готовы настроить диалог с Краснодарским краем и также настроить его в рамках Союза немецких машиностроителей. Мы также будем рады видеть вас на Ганноверской выставке для обмена опытом, чтобы показать, какие у нас есть поставщики и какие фирмы по машиностроению, чтобы развивать эту отрасль. Глава региона отметил, что немецкие предприятия уже успешно открывают на Кубани свои производства. В Краснодаре это крупнейший производитель сельхозтехники в регионе класс. А в Староминском районе компания «Шумахер» по выпуску систем среза для жаток. Представители немецкого бизнеса чувствуют себя более чем комфортно. Иностранным предпринимателям в крае оказывается вся необходимая поддержка. В свою очередь Кубань, как динамично развивающийся регион, нуждается в современных предприятиях. От этого выигрывает и население, и экономика края. На встрече с иностранными
гостями Вениамин Кондратьев также рассказал, что в крае возрождают такую отрасль, как станкостроение. Первый шаг уже сделан – восстановление завода имени Седина в Краснодаре, на котором производят высокотехнологичные станки. Ну а после совещания с губернатором немецкая делегация отправилась на южный завод тяжелого станкостроения. Это предприятие – преемник знаменитого Краснодарского завода имени Седина. Там делают уникальное оборудование для крупных промышленных компаний. Вековые традиции для этого завода точно не пустой звук, даже если это мелодия фрезеровочного станка. В этом году предприятию исполнилось 108 лет. Еще до революции с его конвейера вышел первый токарный станок. За долгие годы были взлеты и падения, но сегодня фабрика получила новую жизнь. В 2016 году после кризиса началась реконструкция. И теперь цель – нарастить обороты. Ниша, в принципе, уже задана. Ну, продукция завода Седина, которую знают в огромном количестве стран мира, включая Россию. Поэтому мы эту нишу хотим сохранить прежде всего и развивать дальше, то есть уходить в то оборудование, которое Россия не делала. Сейчас на предприятии трудится около 100 сотрудников. Это люди с многолетним опытом, профессионалы своего дела. Благодаря расширению цеха в 2024 году увеличится и штат. Появится примерно 200 новых рабочих мест. Завод полноценно заработает где-то к ноябрю месяцу. К концу года он будет уже работать и выпускать. Я думаю, на следующий год они уже выйдут. Я думаю, что миллиона на 15 евро выйдете, да? Территория для завода не очень большая, всего 13 тысяч квадратных метров, хотя здесь умещаются малярные, механические, сборные и другие цеха. Предприятие делает станки и детали для различных производств, даже для металлургии и атомного машиностроения. Четыре ниши в рынке. Это первое, значит, прочее, то, что нам, вот мы сейчас покажем, просто заказывают разные обработки, металлообработка, это прочие, так сказать, детали, не связанные с станкостроением. Второе, это запчасти к станкам. Третье – это большой объем сегодня капитального ремонта. И четвертое – производство новых. Предприятие старается выйти на уровень советских времен. Тогда продукцию отправляли в 65 стран. Сейчас есть иностранные заказчики, но больше интересуются станками в России. Заказы сегодня в стране есть под такие работы. Как обрабатывать просто детали, так и, естественно, производить такие станки. На заводе предполагают, что на новый уровень их выведет модернизация. 4-6 обрабатывающих центров современных, новых, вот в 2020 году для обработки уже деталей на современном оборудовании. Вообще немецкой делегации понравился завод. Таких в Германии немного. Поэтому они пристально и с присущей им точностью изучают вопросы инвестиций и вложений. Да, я как человек всегда готов деньги вкладывать, а как предприниматель еще должен учесть, что я представляю относительно небольшое предприятие, всего лишь 700 сотрудников. Хотя мы всегда оцениваем проекты в разных странах, и если есть рентабельный проект с выгодными условиями, то мы готовы инвестировать. За небольшой период краснодарское предприятие смогло возродить производство. Теперь поставки идут как на отечественный, так и на мировой рынок. В крае активно развивается и легкая промышленность. Кубанские швейные и ткацкие предприятия сегодня занимаются производством одежды, униформы, обуви, постельного белья, штор, тентов, навесов и многого другого. Это и крупные компании, и небольшие производства. Одно из них в Северском районе Кубани посетил губернатор в ходе рабочей поездки. Там выпускают джинсовую льняную одежду, а также школьную форму, которую поставляют в 3 муниципалитета. Несколько лет предприятие прибыль не приносило, работали практически в убыток. Сегодня удалось выйти с нулевой отметки. Компания продает изделия крупным сетям, работает через интернет и участвует в текстильных выставках. Но о больших поставках пока говорить трудно. Губернатор подчеркнул, в крае надо развивать такое производство. Мы должны сами двигаться навстречу друг другу. Вы, как представители текстильной промышленности нашего края, мы как органы власти, по большому счету, и вместе, в диалоге, мы можем находить решение ваших проблем. Вот здесь в рабочем режиме встречайтесь вот с такими руководителями, которые неравнодушны, которые активны, которые болеют за то, что они делают, и находите те пути, которые сегодня помогут им честно конкурировать на рынке, честно продавать свою произведенную легально продукцию, и ею гордиться. А мы должны гордиться, что этот бренд произведен в Краснодарском крае. Так.
Такие предприятия нужно активно поддерживать, подчеркивает губернатор, особенно те, которые занимаются пошивом качественной школьной формы. В регионе даже планируют открывать шоурумы, то есть магазины, в которых будет представлена только продукция местных производителей. Одежда, обувь и школьная форма, в качестве которой можно будет не сомневаться. Первый такой шоурум планируют открыть в Краснодаре. Об этом в интервью моей коллеги Ольги Котишевой рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. Помимо того, что мы участвуем в всевозможных выставках, мероприятиях, которые проходят за пределами Краснодарского края, и дни школьной моды, предприятия высказали заинтересованность создания такого единого, под единым брендом, там, сделано на Кубани, универсальное какое-то единое название, представить весь спектр производимой продукции в сфере легпрома на полках торговых центров, которые у нас сегодня находятся в Краснодаре. Мы собрали соответствующий, у нас был соответствующий круглый стол, на котором мы пригласили представителей торгового центра «Галерея», «Красная площадь», «Озмол», ТРК, СБС, «Мегамол» и иные, которые высказали заинтересованность в такого рода шоуруме, магазине, где бы представлена была и детская одежда местных производителей, где бы представлена была одежда для взрослых, школьная форма, опять же. Мы сегодня совместно с Российским союзом промышленников-предпринимателей, Краснодарским региональным отделением ведем эту работу с точки зрения формирования самого бренда, стиля и, соответственно, оформления, дизайна, оформления самого магазина. И рассчитываем, что в ближайшее время такой шоурум появится в одном из торговых центров Краснодарского края. Как скоро? Можно это успеют родители перед школьным началом учебного года? Ну, безусловно, наша задача это сделать до нового учебного года, это июль-август, когда как раз-таки наши родители покупают для своих детей, покупают соответствующую школьную форму, спортивную форму. Ну и, собственно, мы сегодня, у нас запланировано 19 мая, запланировано мероприятие. Ну, безусловно, мы еще будем его анонсировать. Для подтверждения в торговом центре будет проведено шоу, так называемое, да, где дефиле, где будут наши ребятишки показывать ту школьную форму тех производителей, которые сегодня есть. Это с целью как раз популяризации наших производителей, потому что наша школьная форма, она, я бы сказал, даже не то, что ничем не хуже, она даже гораздо лучше тех, той продукции, которая сегодня представлена на полках из других регионов, либо вообще из других стран. Есть в регионе и факторы, которые сдерживают развитие промышленности, в том числе легкой и текстильной. Это контрафакт. Ведь незаконный оборот промышленной продукции приводит не только к убыткам бизнеса, но и значительным потерям государственного бюджета. Немаловажным является и тот факт, что данная продукция зачастую представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. Десятки упаковок с фирменными логотипами именитых брендов. В этих коробках спортивная одежда и обувь, которые торговали в краснодарском магазине. Всю продукцию изъяли полицейские. 1500 изделий оказались контрафактом. Ущерб от подделок для правообладателей превысил 6 миллионов рублей. Аналогичная ситуация в другой торговой точке. Правда, ущерб уже больше 20 миллионов рублей. Легкая промышленность сегодня один из лидеров по доле контрафакта на рынке. Как побороть фальсификат, сегодня обсуждали на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Вениамин Кондратьев уверен, одними силовыми методами вопрос не решить. Нужны инструменты поддержки легальных производителей. Мы должны сегодня развивать свою легкую промышленность, и, понятно, либо внутри региона, либо наша отечественная легкая промышленность, которая должна сегодня заполонить, если хотите, внутренний рынок аналогичными товарами, вот в таком же ассортименте и по доступной цене. Вот что сегодня важно. Вот о чем сегодня переживаю. Насколько у нас легкая промышленность готова к тому, чтобы с аналогичным товаром абсолютно не почувствовали, чтобы покупатели заместить контрафакт и фальсификат. Давайте подумаем сегодня в рамках нашего региона, что мы можем сделать, чтобы наш малый и средний бизнес, который еще есть и занимается сегодня производством и пошивом одежды, все-таки хоть как-то сохранил свой потенциал.
И логика здесь понятная. Чем больше условий у легальных производителей, тем меньше шансов у незаконных. За счет объемов качественных товаров первые просто вытеснят контрафакт. Под легкую промышленность в регионе уже разработаны механизмы поддержки. Например, в Краевом фонде развития промышленности по приоритетным направлениям готовы выдавать кредиты под 1% на приобретение сырья и оборудования. В планах также создать кластер легкой промышленности в восточной промзоне Краснодара. Губернатор просит обратить внимание на школы и казачьи кадетские корпуса. Малый бизнес вполне мог бы сотрудничать с ними по пошиву формы. Посмотрите, там, где явно муниципальные заказы и краевые государственные заказы. Вот там есть и кто поставщик услуг и товаров. Кто и откуда. И удивимся, наверное, я думаю, вместе с вами. А мы сейчас целиком руками разводим, говорим о каких-то больших стратегических задачах. Давайте с малого начнем. И увидим, что вот тут как раз и нужна наша активная помощь, и результат будет. А то наши казачата непонятно кем пошитая форма, и еще из какого сукна, как говорится. Где его тоже взяли? Мы завтра не заместим 100% контрафакта. Мы прекрасно понимаем, тот объем, который сегодня реализуется, он колоссальный, он очень большой. Но мы видим, самое главное, что объемы производства продукции нашими промышленными предприятиями Легпрома, они растут. Потому что есть спрос, и действительно наши те же родители, которые покупают школьную форму, они не покупают эту стеклянную форму, которую привозят из республик Северного Кавказа непонятного качества. Они уже видят, что мы сегодня способны производить собственное. Я с вами согласен насчет школьной формы, на самом деле стеклянная, вы правильно назвали. Она аж блестит непонятно на солнце. И такие детки ходят в такой одежде, в такой форме. Поэтому даже сделать все, что на самом деле они ходили в нашей форме, с нашей, то есть которая шьется на территории края, понятными предприятиями. Из понятного материала. Вот что сегодня важно. И так во всем. Достаточно, еще раз подчеркиваю, государственных заказов. И не только на одежду, а по всем другим направлениям, где мы можем четко поддержать нашего регионального производителя. Поддержать. И мы должны не стесняться это сделать. Но легкая промышленность не единственная отрасль, которая страдает от подделок. Серьезный удар получили кубанские производители цемента. Мешки с контрафактным веществом занимают почти четверть объемов регионального рынка. Ущерб экономике края – 1 миллиард рублей. Для защиты от незаконной продукции было предложено применять обязательную цифровую маркировку для строительных материалов. Обязательная маркировка поможет минимизировать объем контрафактной продукции. Мы в том году, одно из ваших поручений было инициировать это на федеральный уровень, на уровень государственной комиссии. Отправили эти предложения включить в перечень товаров, которые подлежат маркировке, в частности, тарированный цемент. Вся работа должна быть направлена не только на то, чтобы пресечь появление контрафактных товаров, но и заменить их качественными кубанскими продуктами. Здесь необходимо слаженное взаимодействие всех ведомств, как исполнительной власти, так и правоохранительных органов. Однако формализма в работе быть не может, обратился к участникам совещания губернатор. У меня такое ощущение, что мы с вами собираемся первый раз. Мы каждый раз собираемся, каждый раз смотрим на эту проблему. Проходит год, мы снова встречаемся и снова примерно по такому же сценарию работаем. Мы создали комиссии в районах по борьбе с контрафактом. Комиссии работают успешно. Но если комиссии работают успешно, то и результат должен быть, сбалансирована должна быть работа в том числе. Мы должны это продвигать отечественную продукцию, аналоги которой являются контрафактом. То есть вот здесь, тут быть поактивнее тогда, тут поактивнее. Выдавливать нужно контрафакт, может быть даже не бороться с ним, а выдавливать, но системной, качественной работой. Тогда экономика будет расти, уже легальная экономика. Дополнительные меры поддержки кубанских производителей, работающих по закону, нужны, чтобы цена их продукции была конкурентоспособной. Например, в сфере легкой промышленности в крае уже разработана дорожная карта по легализации оборота товаров. Ну и к слову о мерах государственной поддержки. В регионе сегодня действует краевая программа развития промышленности Краснодарского края и повышения ее конкурентоспособности. Ее задачи, в числе прочих, это стимулирование к обновлению основных производственных фондов, внедрению новых технологий, создание условий для размещения новых производств, создание новых рабочих мест и стимулирование к повышению производительности труда. Благодаря госпрограмме в прошлом году субсидии от края получили 30 предприятий промышленности. Краевая программа предлагает целый ряд субсидий предприятиям по кредитам, лизинговым платежам, инвестиционным проектам. Возмещаются затраты и на подключение к инженерным сетям.
Развивать отрасль в крае помогает и созданный год назад региональный фонд развития промышленности. Сегодня в списке из 44 таких фондов страны Краснодарский уже занимает высокую 6-ю строчку по эффективности. В прошлом году фонд оказал поддержку 24 компаниям региона. Те меры государственной поддержки, которые были приняты уже, получается, там 3 года назад, и государственная программа действует с 2016 года, и в этом году 3 года, как она начала свою реализацию, дают свои плоды. Это и высокотехнологичное оборудование, которое было приобретено, это и компенсация расходов, понесенных на уплату процентов по кредитам, которые предприятия брали, что позволило, в свою очередь, высвободить часть денежных средств, направить тоже в частном, там, либо на модернизацию, либо на приобретение в больших объемах сырья, для того, чтобы выпускать больший объем продукции. Это, безусловно, и та инвестиционная политика, которая сегодня действует в регионе, создание новых производств, в том числе через инструменты и через индустриальные парки, которые действуют на территории Краснодарского края, они сегодня активно привлекают промышленные предприятия для работы в регионе. То есть все это в совокупности. Но, безусловно, нельзя сказать и сегодня и о региональном фонде развития промышленности, который, к слову сказать, работает уже ровно год. 16 апреля 2018 года он начал свою деятельность, был зарегистрирован. Первое заявление мы приняли в июне месяце. То есть он, конечно, тоже вносит свой вклад в развитие промышленного комплекса Краснодарского края. Но он и признан одним из лучших в России, я знаю, тоже. Да, это верно. Из 44 фондов развития промышленности, которые действуют на территории Российской Федерации, в этом году Краснодарский фонд развития промышленности занял 6-е место. При этом стоит отметить, что те фонды, те оставшиеся 44, о которых я говорил, они начали свою деятельность в 2016 году, в то время как в региональный фонд Краснодарского края был создан в апреле прошлого года, то есть проработал даже меньше года. И действительно, совокупность тех мер государственной поддержки, тех программ развития, которые действуют в рамках регионального фонда, позволил объем средств, безусловно, который был выделен по поручению губернатора Краснодарского края. В этом году он увеличился. И в этом году губернатором также было принято решение, и фонд докапитализирован еще на 500 миллионов рублей, и общий объем сегодня 1 миллиард. Все это позволило, безусловно, занять тоже почетное там, сегодня 6-е место. Ну, мы на этом не останавливаемся, мы движемся вперед, и мы рассчитываем на следующем году войти, по итогам 2019 года, войти в 5-ку фондов страны развития промышленности. Вот вы сказали, в следующем году хотите войти в 5-ку лучших. А если говорить о дофинансировании, будет ли расти бюджет фонда? Ну, вы знаете, нам хочется в это верить, и мы надеемся на то, что такое решение будет принято главой региона, и фонд в последующие годы тоже будет докапитализироваться, но, безусловно, это зависит, в первую очередь, от нас самих. Насколько эффективно мы будем использовать те бюджетные средства, которые сегодня предоставлены региональным бюджетом, насколько эффективно они будут потрачены, сколько они дадут свой экономический эффект от тех льготных преференций и льготных займов, которые мы сегодня предоставляем. Все это в совокупности позволит сделать вывод, имеет смысл дальше докапитализировать или нет. Но, конечно, хочется, чтобы фонд рос в объемных показателях. Но, безусловно, есть какой-то предел, но мы считаем, что есть еще потенциал для роста, есть еще необходимость его докапитализации. Региональный фонд развития промышленности помогает в крае и в реализации приоритетного нацпроекта «Промышленный экспорт». Власти государства и края активно поддерживают торговлю местными товарами на иностранном рынке. Свою продукцию за рубеж уже активно поставляют кубанские предприятия химической, дерево- и металлообрабатывающей промышленности, а также компании, которые специализируются на машиностроении. К слову сказать, мы с 1 апреля начали отбор с целью реализации майских указов национального проекта, начали отбор потенциальных экспортеров. У нас заявилось порядка уже 30 предприятий. Сегодня подтвердились к участию 15 предприятий, которые заинтересованы в участии в этой программе. И в том числе, как сказал, участники тех отраслей, которых я озвучил, это и химическая продукция, деревообработка, металлообработка и машиностроение. К слову сказать, фонд сегодня является уполномоченным тоже институтом, который помогает нашим промышленным предприятиям в продвижении своей продукции, а именно он занимается вопросами предоставления либо на льготных условиях, либо выкупает за счет средств фонда соответствующие площади арендные, да, для наших предприятий, которые заинтересованы, чтобы показать свою продукцию лицом, это я имею в виду, как правило, выставки Москва, Крым, Екатеринбург,
либо какие-то зарубежные выставки. Египет в этом году планируется, большая выставка впервые в Каире проходить. И кто будет нас представлять, наш регион? В Каире? Да. Ну, сегодня это экспорт, опять же, те экспорториентированные предприятия в сфере и машиностроения, и металлообработки. И мы планируем туда везти. Это и производители дизель-генераторов, и газогенераторов, которые сегодня в крае есть. Это производители пищевого оборудования, которое конкурентоспособно. Производители мебели. К слову сказать, упаковки. Сегодня вот, ну, полный спектр предприятий, которые сегодня... Практически нет ни одной отрасли, которая бы сегодня не участвовала в экспорте. Поэтому фонд будет заниматься этой историей. Плюс есть такие меры государственной поддержки через региональный экспортный центр, который тоже компенсирует часть расходов на продвижение продукции. Плюс, как я уже сказал, в рамках национального проекта «Промышленный экспорт» предполагается предоставление льготных займов для наших предприятий-экспортеров, в том числе и на логистику, и в том числе на цели, связанные с продвижением продукции. То есть это выставки, маркетинг и так далее. Наряду с сельским хозяйством и санаторно-курортной отраслью промышленность в Краснодарском крае сегодня одна из ключевых отраслей экономики. Так, по итогам 2018 года объем промышленного производства на Кубани увеличился на более чем 4%, при среднем показателе в стране чуть менее 3%. Но это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.